у вас сотрясение мозга. Можно и так сказать. Лечения не существует. У вас кто-нибудь есть? Я же сказал не приходить. Просто хотел увидеть тебя. Это твой дедушка. Чем дед занимался в тюрьме? За что? Не уйду. Ты его убил. Быть мертвым — глупо. Вот он. У меня есть для тебя работа. Товар скоро прибудет. Доставишь, когда скажу. Там сзади. Нет, не надо. В такой работе нельзя смотреть. Я наделал столько глупостей. Как ты все еще этим занят? Ты можешь изменить мир. Мир не хочет меняться. Позволь мне помочь тебе. Обо мне скажут плохое. Просто уходи. Все плохо.